Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Скончался журналист Сергей Доренко. Сегодня ушел из жизни российский деятель радио и телевидения Сергей Доренко. Ему было 59 лет. По некоторым данным, смерть наступила в результате ДТП в Москве. Доренко потерял сознание за рулем мотоцикла. Прибывшие на место врачи скорой помощи попытались спасти мужчину, но безрезультатно. Источник сообщил, что гибель Доренко не стала следствием падения с мотоцикла. По его словам, полученные при этом травмы не носили критического характера. Причиной смерти стала остановка сердца вследствие приступа острой сердечной недостаточности. Сергей Доренко был известным теле- и радиоведущим. Он работал на ОРТ, а также в русской службе новостей. Последние 5 лет своей жизни он руководил радио «Говорит Москва». Искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.